Здравствуйте, друзья, с вами Яков. Мы продолжаем обзоры томатов. Сортов очень много, и я стараюсь успеть снять обзоры по самым лучшим сортам. И сегодня один из них. Я выбрал самый вкусный сорт черри из всех, которые я пробовал, это точно. И этот сорт называется Summer Sun, или по-русски летнее солнце. Хотелось бы уточнить, друзья, самый сладкий сорт томатов все-таки. Может, кто-то и не очень любит именно сладость, кому-то кислинка нравится. Но вот по вкусовым качествам, в смысле сладкий, этот сорт, наверное, действительно самый сладкий. Итак, что этот сорт из себя представляет? Сегодня начну свой обзор нестандартно, с дегустации. Я опишу вам его вкусовые качества своими словами. Приятного аппетита, друзья! Ну, это просто супер сладкий томат на 5 с плюсом, потому что меньше оценку у меня рука не поднимется ему поставить. В общем, двумя словами, друзья, вкус бомба. Томаты сами плотненькие, хрустящие, и вот еще они могут храниться удивительно долго, до месяца это точно, транспортабельные. Это очень большой плюс для таких томатов. Теперь по характеристикам этого сорта. Это индетерминантные кусты, очень высокие. 3 метра уже достигли, нужно делать верхнюю прищипку. Дальше не нужно им расти. Урожайность хорошая, завязывают кисти хорошо, не полностью 100%, но процентов 70 цветочков они завязывают. Вот такая вот сложная кисть хорошая, это уже четвертая по счету. Вот третья и первые две маловаты. Были не очень благоприятные условия в начале посадки. Вот, ну, дальше все пошло великолепно. Пятая, шестая, ну и сверху еще какой-то урожай получим. Кусты мощные, листья у него картофельного типа. Вот такие вот широкие. Не очень они красивые. Немножко могут кучерявиться. В принципе, ну, нам внешний вид куста не важен. Нам важен урожай и вкус плодов. Правильно, друзья? Вот. Поэтому на это сильно внимания не обращаем. Но, в принципе, кусты крепкие. Устойчивость к заболеваниям хорошая. Я бы все-таки, друзья, советовал вести в несколько стеблей. В один это маловато. А очень мощный куст, он способен выдержать намного больше урожая. Я же веду все в один стебель, здесь всю теплицу. Потому что место... Я экономлю место таким образом. У вас, если есть возможность, то лучше, конечно, выращивать в несколько именно этот сорт, чтобы снять с него максимум вот таких вот томатиков черри. Подводя итоги этого обзора, друзья, можно сказать, что это просто отличный сорт, буквально по всем параметрам. Тут самый главный плюс – это его вкусовые качества. Ну и по всему остальному он не уступает. И устойчивый к заболеваниям, и крепкий куст, лёжки, транспортабельные. Раннеспелый сорт, я это не упомянул. Вот. Ну, в общем, однозначно один из лучших сортов лично в нашей коллекции.